Папа, какой сегодня прекрасный денечек, да, Маша? Да вообще не говори, вообще солнце светит, птички поют, вообще прекрасно. Пам-пам-пам! Ребята, у нас тут, короче, в деревне аниматроники. Короче. Подожди, Жень, а это что, аниматроники из новой части, что ли? Да, 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 короче, дорогие друзья, прямо сейчас ставьте лайк, потому что серия будет нереально крутая, у нас сегодня будет защита деревни. Рубрика возвращается, подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки, прижимайте колокольчик, да-да-да. Да, и знаете что, вопросик дня, какой ваш любимый аниматроник, давайте рассмотрим. О, сейчас спросим, Маш, ты знаешь, как зовут его? Подожди. Ладно, давай полегче начнем, давай, как его зовут? Я откуда знаю? Маша, ты чё, обалдела, что ты реально не знаешь? Я не обалдела, у меня проблемы с памятью. Капец, Фёдор, прикинь, она не знает, как тебя зовут. А, ну Фёдор зовут. Нет, это я ему кликуху дала. А как его правильно зовут? Федя. Нет, сама ты Федя, блин. Я Шмыга. Шмыга в натуре. Заболела из-за ваших этих. Как зовут его? Маша, ты чё? Я откуда знаю, как его зовут, господи. Фредди. Фредди. Фредди, ну. А чё, Фред-то чё-то нет? Ай, как я сказала? Фёдор, я сказал, я просто... Только... Ладно, окей. Как Ладно. Зовут её? Вот её. Её? А, ну, Чика. Вот, смотри, знаешь, чё ты... Да я просто тебя троллю. Ладно, а вот её как зовут? Каково? Вот это? Вот это. Вот это вот? Да. Её Рокси зовут. Может, ты тебя не бегаешь. То есть ты типа меня затроллила, что ли? Да, ну конечно, ты сколько меня троллишь. Блин, ребята, я поверил, видали, нифига себе. Окей, ладно, как его зовут? Подожди, сейчас, подожди. Так, это этот, как его, господи, еще подожди. Там двое же было, правильно? Двое? Нет, это Сандроп, Мондроп и Сандропка. Это, короче, Сандроп, да? Слушай, ну... Чё, нет? Может, ты знаешь, да, да, да. Да просто ты сначала Фредди не помнила, а сейчас помнишь... Да я ж пошутила. Ну ладно, ладно, ладно. А вот это крокодила как зовут? Крокодила? Гена. Крокодила? Гена. Крокодила Гена? Крокодила Гена? Гена. Какой рок-н-ролл! Не, а серьезно, как его зовут? Гена зовут? Не Гена. Не Гена? Это тот самый... Геннадий, Букин. Да не... Нет. Как зовут? Давай, Маш. 3 секунды. 1, 2, 3. На М, короче, что-то я не помню, честно, как его звали. Монти. Блин, тоже знаю. Ладно, его последний. Нет? А кто? Вот это? Ага. А это кто такой? Такая ваша... Ребят, помогайте в комментариях, как его зовут. Кто знает, как писать... Как зовут этого красавчика, пишите в комментариях. И, кстати, мой самый любимый аниматроник. Вот этот, короче. Это тихо, а? Мундроп? Правильно. Да? Да, а, ну, так. Я, знаете, такой учитель Евген Бро, короче. Да, ребята, реально. Прикиньте, был бы урок, короче, школы аниматроников. Вас бы спрашивали, как зовут аниматроник. А, подожди, забыли, но это, правда, не аниматроник. Ну, как зовут эту мадам? Мадам. Вот это вот страшную мадам. Ну, точнее, страшно красивую мадам. Ну, это этот заяц, который, короче, да? Глаза у них. Заяц этот. Зая. Как? Ну, я не помню, ну, заяц. Маша, что ты ржешь? Ну, заяц. Заяц, волк. Заяц, волк. Волк. Ну, заяц, ну, погоди. Так, ладно, короче. Сегодня у нас, короче, начинается, значит, защита деревни. Короче, ребят, вы спросите, а почему они нас не нападают и почему мы вообще хотим защищаться? Ну, во-первых, потому что светит солнце. И, как вы знаете, днем аниматроники не нападают. Но как только будет ночь, то аниматроники... Там хода. Да, да, они просто на нас нападут. То есть сейчас они ходят мирные, мы можем на них посмотреть. Тут вон Мундропик ходит, Сандропик, короче, тут вон... Мундропик, Сандропик. Диагноз, короче. Маша, ты кто немножко, Мундропик или Сандропик? Я, если честно, Мундропик. 100% Мундропик. Звучит как какая-то болезнь. Ладно, короче, все строил. Короче, я строю каркас, а ты возводи давай, на 4 блока высоту. Давай. Я могу даже сейчас уже начать. Так начинай. А 4 блока считается вот этот, который каркас ты построил? Или прям вот 4 начинай? 4 прям. Хорошо, давай. Раз, два... 3, 4, все. Отлично. Сделала. Всю стену. Ну ладно, так тоже норм было.
Так, Рокси, отойди, пожалуйста. Отойди, пожалуйста. Так, на тебе, короче, это еще блоки на всякие. Спасибо большое. Очень-очень щедро, спасибо большое. Да-да-да, это я. Да-да-да. Так, ну что ж, теперь, короче, ребят, нам нужно сделать ловушки для аниматроников. И вы спросите, а как? Ну, смотрите, ну, во-первых, вот так. То есть мы сейчас здесь раскапываем ловушечку, ставим ее вот сюда, наверх, короче, землю. Что там? Ты ее упала. А, я думал, что ты там крякаешь, короче. Это был скорее крик помощи. Просто очень тихий. Ты такая, Маша, такая... Кряк! Отлично. Короче, ребят... Как говорится, не крякайте, а то получите по клюву. Нифига. Так, мне надо лопату. Звучит как угроза. Звучит как угроза. Мне надо лопату. У ничего тут Маша как нафигачивает. Ну, молодец. Ну, так я же это, я же строитель. Да-да-да, самый настоящий. То есть ты можешь, умеешь, практикуешь. Я правильно понимаю? Конечно, конечно, конечно. Ну, как тебе? Ты крутая, что ли? Крутая вообще. А, мощь. Я думал, ты не крутая. Ну, ладно, короче. Так, сейчас лопату берем. Так, берем, короче, лопату. О, отлично. Так, на тебе тоже лопату. Не знаю, зачем тебе нужна. Да просто так буду. Короче, это. Смотри, сейчас я покажу. Смотри, Маша, я тебе сейчас буду рассказывать гайд, как делать ловушки. Хочешь еще узнать гайд, как сделать ловушки от профессионала? А почему там TNT? Потому что я сюда поставил. Смотри. Ребята, раскапываем такую траншею. Потом ставим, короче, вот таким образом TNT-шечки. Вот так. Потом, значит. А тут как-то не по порядку. Слушай, вот ты тут. Там это, ты... Да я, они мне в глаза бросают. Потом, значит, ой, ну, сейчас мне надо взять, короче, какой еще блок, я забыл. Так, берем, значит, тут блоки. Вот он, песок-душ, короче. Нам потребуется песочек-душ. Мы берем, здесь ставим песочек-душ вот таким образом. Запоминай, Маша, и вы, ребят, тоже запоминайте. То есть он будет замедлять. То есть, когда аниматроники здесь побегут, то они будут супер замедлены. А ты, как бы, Маша, по бырику пропрыгаешь, ты будешь приманкой. Короче, Маша, приманка опять, понятно, все. Вот так. Здесь ставим, очень, короче, вот так. Да, здесь ставим земелечку. Так, Маша, все, здесь больше не бегай и не падай. Аккуратно, хорошо? Ага. Потому что ставятся плиты. А как я буду тут бегать тогда? Ты пробежишь быстро по плитам, и все. Они за мной побегут, конечно, да? И они там бомбанутся, конечно, конечно. А так. Как можно пробежать близко? Быстро. Пойдем, я тебе там... покажу, пойдем, покажу. Пойдем. А, так, а если там песок... Маша, ты не думай, не рассуждай. Да как не думать, я же сбрасываю. Слушай, что такое умная, я не понимаю. А тут курица синяя. Ну, бывает. Смотри. Че, каждый день синих куриц видишь, да? Короче, просто по плитам быстро на контроле такая пропрыгала и все. Понимаешь? Это ты... А что ты? Я хотел динамит поставить, но передумал потом. Я хотел тебе объяснить так, на словах, но потом думаю, как бы... Кошмар, понятно. Меня просто тут используют в качестве эксперимента, ребятки. Все ясно, все ясно. Так, теперь сделаем, короче, агрегат. Если кто-то выживет, датчики я их взял, короче, вот так вот. Раз... 20, это моя фирменная ловушка, ребят. Это просто вот, вот так, да? Это просто самая любимая моя ловушечка. Самая простая, ее может построить даже шмыга, как Маша, короче. Нормас вообще. Надо заболевшими издеваться. Нормально? Сейчас, подождите, я изображу Маша. Надо заболевшими издеваться. Я что, теперь житель, по-твоему? Я не виновата, что я заболела. Это все это. Погода. Я не люблю осень. Погода. Я не люблю осень, короче. Нет, я не люблю осень. Так, сейчас проверим, работа или нет. Встань, Маша, пожалуйста, вот. Опять? Ага, не, так. Отлично. Женя. Работает, работает. Вот. Кошмар. Так смотри, проверено. Смотри, ага. Ты самая модная на районе. Посмотри, через их 5. Кошмар какой. Офигенно. Как я теперь вытащить из головы? Ну, получается, пока что никак. Отлично. Ты будешь с ней бегать до конца серии. Так, ну что ж, ребята, теперь, короче, нам потребуются следующие вещички. А нам нужно сейчас будет смотреть, что сделать. Так, где что? У меня? Где кирка? Ты ее забрал, что ли? Нет, в сундуке. Такая, нет, ты тоже можешь взять ее. Правда, что ли? Спасибо за движение. Вот, нам эта кирочка потребуется для следующих нужд.
Сейчас мы его скопаем. Это будет. Я так старалась, ты скапываешь. Так, ты что выступаешь? Что выступаешь? Так, отличненько. Теперь, короче, нам потребуется энергорельсы, понимаешь? Ага, понимаю. Если кто будет спрашивать, Маша, скажи, что ты трубопровод. Трубопровод, короче. Трубопровод или трубопроводчик? Ты трубопроводчик. Нет, ты трубопровод, короче. Почему? Я не знаю, это звучит трубопровод. Это звучит как, знаете, такое, знаете, оскорбление. Оскорбление, короче. Да. Короче, слышь, ты трубопровод? Ну, звучит же, да, как-то оскорбительно. Звучит оскорбительно, согласна. Ну, неприятно. Ребята, если хотите кого-то оскорбить, скажите, что он трубопровод. Трубопровод. И он не будет понимать, почему он трубопровод. Согласна. А вы его оскорбили. Да. И все, вы самые креативные. Крутые. Да, то есть он как бы ответить вам ничего не сможет, то есть он такой скажет... А я не трубопровод. А это уже звучит даже еще хуже. Да-да-да. Вообще так идеально, слушай. А что за советы плохие даю? Мне не надо никого оскорблять, если повода нету. Я ждал, когда Маша это скажет. Я ждал, короче. Ты говоришь, а что это за советы такие плохие? Знаете, это как мамка такая чисто. Да-да-да. А что это за советы такие плохие? Ну, короче, если вас вдруг оскорбляют, и, короче, человек не понимает по-русски, понимаете? Маша, совет, да, вот если человек оскорбляет, что делать? Да, ну вот, если он, короче, вообще переходит на личности сразу же, а вы с ним при этом разговариваете спокойно и уважительно, даже после того, как он вас оскорбил, вот если он, ну, вообще, короче, как доска вот эта вот деревянная. Дайте ему просто вот... Просто вот, бам! Если он не понимает, просто, короче, начинайте говорить, что он турбопровод. Турбопровод. Короче, вы поняли меня. И все. Он вообще просто ничего не сможет вам сказать в ответ, короче. Все, мы тут делаем отлично все. Хорошие советы от Маши. Если вы ругаетесь, то ругайтесь с другими, коротко и ясно. Так, нет, я не так сказала. Короче, все, здесь, короче, будут выплевываться вагонетки. И знаешь еще лайфхакер какой? Какой? Если мы сделаем вот так, то человек не пройдет, аниматроник тоже, а мы сможем выехать. Знал, нет? Гениально. Ты гений, Евгений гений. О, видишь, ты даже похлопала Машка. Так, ну что ж, короче, теперь надо сделать еще лестницу. Лестница? Лестница, лестница. Лестница. Ты любишь лестницы? Нет. Странный, да? Вопрос? Это очень странный вопрос. Так, все, не каждый день такое слышишь. Так, что ж, тут, короче, находятся у нас аниматроники. Да. Так, ну что, и теперь, короче... Дело к ночи, как говорится. Так, сейчас вагонеточки засуну, и можно давай, ночь. Так, ребята, отличненько, все готово. Так, значит, вагонеточки загружены, две отлично. Вагонетки, то есть... давай их, знаешь, как вообще... Хотя нет, мы сейчас можем толкнуть, поэтому давай пока ничего не будем делать. Давай. Так, возьмем зелье ночного зрения. Давай. Опа. О, нормально, вижу все. Отлично. Так, ну что ж, у нас, короче, все есть. Так, давай сейчас посмотрим внимательно, что. Давай. Они, по идее, уже. Они должны быть агрессивны. Аккуратно, Маша, не вылази. Как мы за ней вылазить? Точнее, вылази. Пока не вылази. Пока сидим. Хорошо, сидим. Смотрим обстановочку. Там стрион Чикич. Там, короче, Мондропик, Сандропик. Ага, ага. Фредбер, Роксика. Ага. А вон Монти ходит. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. О, слушай, посмотри, сядь, короче, вот так, как исключи F5. Мы как будто мы за кем-то подглядываем, короче. Так мы и так подглядываем. Ну да, ну... Да какая разница? Дай! Ты чего? Зачем? Просто так, это было красиво. Так, ладно. Ой, тихо-тихо-тихо. О, тихо-тихо, согрелся. Короче, иди сюда, он согрелся. Иду. План перехват следующий. Короче, ага. Рассказываю тактику, ребят, тактику продакшн рассказываю. Ага. Итак, значит, агент под прикрытием, подопытный кролик Маша, вам нужно... Агент Шмыга. Давай, реально, агент Шмыга, короче. Агент Шмыга, короче, вам нужно, короче, проникнуть вон туда, где есть вода, по краешку пройтись. Ага. Потом, видите, вон деревянная пристань. Ага. Вот там, короче, резко побежать и сказать им, что они вонючки, короче. Они сагрятся на тебя, ага. Они побегут. Агент Шмыга бежит до колодца каменного. Ага. От колодца разворачивается и бежит в сторону ловушек. Агент Шмыга понял? Агент Шмыга понял, босс. Принято, команду выполняю. Отлично. Я, короче, буду здесь поджидать Шмыгу. И моя задача...
Шмыгу нечаянно не зафигачить стрелами. Да-да-да-да-да. А то, как говорится, Шмыгу мы пропорим, а она на аниматроников, короче. Поэтому аккуратнее надо быть. А то Шмыга когда с лопаты по лбу? А то Шмыга, короче, реально, как говорится, окончательно шмыгнет. Окружен, а не сломлен, понимаешь? Да-да-да, отлично. Так, ну что ж. А потом как я обратно-то попаду сюда? Хороший вопрос, агент Шмыга. Давайте мы это подготовим. Короче, агент Шмыга. Да, так. Да, я услышаю. Так, давайте сейчас... в наушниках. Давай сейчас вам сделаем небольшую штукенцию. Так, давайте. Хороший вопрос, то, что агент Шмыга задал. Здесь сейчас будем Мне кажется, надо мной издевается. Смотри, строю, короче, вот так. Спасибо большое. Это можешь просто построить этот. Все, и вот так. О, все, и потом еще паркурить надо. Сейчас нет, чтобы блоки сюда. Вдруг я упаду, короче. А если я построю прям сюда, то аниматроники по ним пройдут, ну, прям ладно. Сюда. И как бы нам хана. Ты хочешь, чтобы нам хана была, агент Шмыга? Нет. Как. Агрится. Так, ну что ж, давай идем сюда. Куда? Давай, на счет три. Просто беги. Давай. Раз. Два. Три, погнала! Так, аккуратно проходим. Поворот, право, нет, стоп, это лево. Налево. Отлично, все. Все, беги просто и хагри всех. Алло. А, Женя! Так, мы все, короче, не очень. Нет, поди, беги, агри, во. И нет, беги. Все не очень, а все больше, да, мне... О, к Моти, короче... вот сюда, ко мне. К себе сюда, да, вот сюда, да? О, да, все, давай. О, отлично, пошли, побежал. Бегу. О, нормально, да, я прожала на плавитре. О, нормально. А, Женя! Сейчас я тебя спасу, так. Давай спасать, да не меня же! Нормально, я уфигач. А, прошел! Замани его еще, пробеги там, пробеги. Сейчас, давай, пробегаю. О, вот он, бежит. А ты меня не загасишь случайно, два сердечка! Все? Да. Все. Так, кто там еще остался? Слушай, там кто-то еще остался. Так, Жень, быстро, а? Тогда быстро бежим на базу. На базу. Оп. Так, тут еще трое, так, быстренько заходим на всякий случай. Так, мы сейчас делаем перегруппировку в срочном порядке. Агент Шмыга, вы, да. Короче, выполнили, короче, очень крутую миссию. Спасибо. Хоть вы весь... Вы дикобраз. Хоть, да, вы хоть дикобраз, но, в общем, как говорится, вы поступили круто и, как так говорится, не вилкой в глаз. Так, ну что ж. Так, отлично. Так, ребята, сейчас, если что, активируй эту штуку. Что это за звуки? А что это за звук, Жень? Женя! Они пробили эту! А, они бегут так, бегут сюда! В вагонетку! А, она уехала! Аксина! Тикай! Женя, там аниматроник в вагонетку сел! Я видел! Вот, посмотри! Она уехала, короче, моя чистая это... Так, все, гоним быстрее туда, потому что у нас там был этот экстренный план, там у нас как бы это... Мы должны были туда уехать, но уехала Ваня, все пошло не по плану. Тут, короче, есть пушки, бери пушки. Беру, вот смотри, сидит Ваня, короче. Сейчас, достигнется, сейчас. Блин, у меня, есть плита есть. Блин, поставить не могу, так, сейчас. Че, тебе бегут сюда? Не вижу. Смотри. Бам! О, живая. Может, лазером? Все, расщепили. Так, все, побежали. Где-то был кто-то. Вон они двое, так, пошли сюда. Иду, вообще нормально, на вагонетке ехала. Уехала. Здорово, пацаны. Оп. Вау. О, чё она? Она залагала? Все нормально с тобой? Роксана, все нормально. Роксана! Все нормально. Это мем. Ходячая Роксана, короче. Бесконечно идущая Роксана. Ой. Она что, бессмертная, что ли? Ну ладно, короче, дорогие друзья, ставьте лайк на такой ноте, это было очень прикольно. О, что такое? Тихая сила! Женя, ты зачем это включил? Что это? Короче, дорогие друзья, серия была очень мега-морная и очень крутая, поэтому прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал.
Прожимайте колокольчик обязательно, да-да-да. И всем поки-чмоки. Пока-пока-пока, агент Шмыга и агент Бро с вами. Да, всегда на страже всех деревень, короче. Агент Шмыга нас вызывает в новую деревню. Давай. Так, все, выдвигаемся, ребята. Выдвигаемся.